Несмотря на непрекращающуюся борьбу с вирусом, проблема заражения короной, как прозвали заразу в народе, остается на высоком уровне. Контролируют дезинфекцию ульяновских подъездов жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Большинство управляющих компаний подошло к организации этой работы ответственно. Это действительно необходимо делать в той или иной мере, с той или иной периодичностью. Поэтому серьезных замечаний нету. Но где-то, естественно, мы корректируем, где-то подсказываем, где-то какими-то другими способами еще мотивируем управляющих компаний к проведению этой работы. Специальные растворы, дополнительная уборка подъездов – все это, по словам сотрудников управляющих организаций, никак не повлияет на квартплату. Средства на это компания находит сама, а государство по факту исполнения компенсирует. Поэтому, если вам часто дезинфицируют подъезд, не переживайте, платить за это не заставят. В рамках распоряжения губернатора Ульяновской области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции мы со своей стороны выполняем работы по обработке мест общего пользования один раз в неделю. То есть мы производим полную обработку подъездов, входных групп, всех стен хлорсодержащими веществами, которые действуют на все, то есть как коронавирус, так и другие инфекции. Кроме того, уборщицы раз в неделю проводят генеральную уборку в подъездах. Протирают почтовые ящики, ручки дверей и стены. Однако собственники должны помнить, что дезинфекция подъезда не спасет от болезни, если не соблюдать правила личной гигиены. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.